Вашингтон по сравнению с сезоном прошлым, это невооруженным глазом видно. Не нужно быть большим специалистом. И вот шайба на этот раз уже совершенно легально в ворота. После броска Эрика Фера 2-1. Вот это взятие ворот, думается, мне никто уже не отменит. Не успела пройти уже целиком и полностью вторая минута второй трети этого матча, как шайба затрепыхалась в воротах. А что мы видим? Мы видим, что в первую очередь здесь повинен ли Ковале, который проиграл вбрасывание, шайба. Или даже тут, наверное, даже не столько ли Ковале вбрасывание.